Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня тема нашей лекции – это неогнестрельные повреждения мягких тканей лица. Этиология, патогенез, классификация, клиника, лечение и первично-хирургическая обработка неогнестрельных ран лица. Общая характеристика травм. В зависимости от причины возникновения, все травматические повреждения делят на производственные, промышленные и сельскохозяйственные, и непроизводственные – это бытовые, транспортные, уличные и спортивные. Бытовая травма. Это повреждения, не связанные с производственной деятельностью, а которые возникают при выполнении домашней работы, при бытовых конфликтах. Уличные травмы – это повреждения, полученные на улице при ходьбе. Это или падение человека из-за плохого общего самочувствия, или это гололедица, какие-то стихийные бедствия, не связанные с транспортом. Около половины пострадавших лиц являются лицами среднего, пожилого и старческого возраста. Данная травма отличается легким характером повреждений. Это чаще ушибы, ссадины, раны, повреждения зубов, может быть, костей носа и скулового комплекса. Но также, конечно, это при падении человека, это могут быть переломы. Транспортная или автодорожная травма. Возникает в результате дорожно-транспортных происшествий, характеризуется множественностью и сочетанностью повреждений. Сочетанная травма – это одновременно возникшая травма двух и более органов, принадлежащей к различным анатомо-функциональным системам. Наиболее частый вид сочетаний – это краниофасциальные повреждения. Также к травмам относится еще спортивные, которые возникают в ходе занятий физической культуры или спортом. Повреждения мягких тканей. Неогнестрельные повреждения – мягких тканей челюстно-лицевой области и шеи чаще являются следствием механической травмы. По характеру и степени повреждения все травмы мягких тканей делятся на две основные группы. Это изолированные повреждения мягких тканей лица, без нарушения целостности кожных покровов или слизистой оболочки рта, ушибы. С нарушением целостности кожных покровов или слизистой оболочки полости рта – это ссадины и раны. И вторая основная группа – это сочетанные повреждения мягких тканей лица и костей лицевого черепа без нарушения целостности кожных покровов или слизистой оболочки полости рта с нарушением целостности покровов или слизистой оболочки полости рта. Ушибы. Ушибы – это закрытое механическое повреждение мягких тканей без видимого нарушения их анатомической целостности. Возникают при воздействии на мягкие ткани тупого предмета с небольшой силой. Это сопровождается выраженным повреждением подлежащих тканей
это подкожные клетчатки, мышцы при сохранении целостности кожи. В подлежащих тканях наблюдается повреждение мелких сосудов, кровоизлияние, пропитывание, это имбибиция тканей кровью, образуются кровоподтеки, кровоизлияние в толщу кожи или слизистой оболочки, или гематомы, которые ограничены, где скопление крови в тканях с образованием в них полости, содержащей жидкую или свернувшуюся кровь. Наличие рыхлой клетчатки способствует быстрому развитию и обширному распространению отеков, кровоподтеков и гематом. Свежий кровоподтек окрашивает кожу в сине-багровый или синий цвет, поэтому он и называется синяк. Кровь в тканях свертывается, наблюдается гемолиз, распад форменных элементов эритроцитов, и восстановленный бурого цвета гемоглобин, дезоксигемоглобин, это форма гемоглобина, в которой он способен присоединять кислород или другие соединения, например, воду, окись углерода, переходит в медгемоглобин, а затем постепенно трансформируется в вердогемоглобин зеленого цвета. И последний распадается и превращается в гемосидерин. Это желтый пигмент. Поэтому у нас синяки, они такие прям многообразные соцветия. От бордового до желтого цвета. Гематомы. Размеры гематомы челюстно-лицевой области могут быть различными. От небольших, несколько сантиметров в диаметре, до обширных, захватывающих половину лица с распространением на шею, верхнюю треть грудной клетки. Гематома будет наполняться до тех пор, пока давление в сосуде не уравновесится с давлением в окружающих тканях. Величина гематомы зависит от следующих факторов. Это от типа и размера, то есть диаметра поврежденного сосуда. Поврежденный сосуд это может быть и артерия, и вена. Также зависит от фактора величины, это внутрисосудистого давления, размеров повреждения, состояний свертывающей системы крови, та же консистенции окружающих тканей, это клетчатка и мышцы. Гематомы классифицируются в зависимости от ткани, где они расположены. Это подкожные, подслизистые, поднадкосничные, межмышечные, подфасциальные. Также они классифицируются по локализации. Это щечные, подглазничные, периорбитальные и другие области. Состояние излившейся крови, не нагноившейся гематома, инфицированная или нагноившаяся гематома, организовавшаяся или инкапсулирование гематома – это состояние вот излившейся крови. Также еще классифицируется по отношению к просвету кровеносного сосуда не пульсирующее, пульсирующее и распирающее.
Ушибы мягких тканей нередко могут сочетаться с повреждением костей лицевого скелета. Нарастание отека, невыраженные функциональные нарушения могут создать ложные представления об изолированности повреждения только мягких тканей. Для уточнения диагноза необходимо проведение рентгенологического исследования. Лечение ушибов мягких тканей в первые 2 дня после травмы заключается в наложении холода. Можно применять пузырь со льдом каждый час с перерывом на 15-20 минут на данную область. С третьего дня после травмы можно назначать тепловые процедуры, ультрафиолетовое облучение в эритемной дозе, Солюкс, УВЧ-терапия, ультразвук, фонофорез с йодом или лидазой для рассасывания, электрофорез, анестетиков, чтобы обезболить, и парафинотерапия и согревающие компрессы. На область ушибов можно назначить троксивазин в геле, гепароид, гепариновую мазь, далгит, это крем, содержащий ибупрофен и другие мази. При свежих гематомах мягких тканей первые 2 суток показан холод, с 3-4 дня тепловые процедуры. Гематомы вскрывают при их нагноении и инкапсулировании, это организовавшиеся гематомы. Лечебную физкультуру назначают со 2-3 дня после травмы. Большинство случаев при изолированных ушибах мягких тканей пострадавшие лечатся амбулаторно, а при сочетанных повреждениях с костями лицевого скелета госпитализируются в челюстно-лицевое отделение. Ссадины – это ранение, механическое повреждение поверхностных слоев кожи, эпидермиса или слизистой оболочки полости рта. Чаще всего возникают на выступающих частях лица, это нос, подбородок, лоб, надбровные дуги, скуловые области. Ссадины часто сопровождаются и бывают, встречаются вместе с ушибами мягких тканей, реже раны лица и шеи. Занимают они около 8% среди всех повреждений мягких тканей. В заживлении ссадины выделяют следующие периоды. Это повреждение мягких тканей, от образования ссадины до появления корочки, это до 10-12 часов. Зарастание дна ссадины до уровня неповрежденной кожи, а затем и выше, это 12-24 часа, а иногда до 48 часов. Эпителизация до 4-5 дней. Отпадание корочки на 6-е, 8-е или 10-е сутки. И исчезновение следов ссадины на 7-е, 14-е сутки. Сроки заживления изменяются в зависимости от размера ссадины. Заживление происходит без образования рубца.
Лечение ссадины заключается в обработке ее 1-2 спиртовым раствором бриллиантового зеленого или 3-5% спиртовой раствор йода. Что собой представляет рана? Это нарушение целостности кожи или слизистой оболочки на всю их толщу, чаще и глубже лежащих тканей, вызванные механическим воздействием. Раны делятся на поверхностные и глубокие, непроникающие и проникающие. Проникающие могут проникнуть в полости рта и носа, верхнечелюстную пазуху и глазницу, ну и различные другие области. В зависимости от вида и формы ранящего предмета различают раны ушибленные, рваные, резанные, колотые, рубленные, укушенные, разможженные и скальпированные. Ушибленные раны возникают от удара тупым предметом с одновременным ушибом окружающих тканей. Характеризуются обширными зонами первичного и особенно вторичного травматического некроза. Наблюдается в результате действия тупых предметов с небольшой ударяющей поверхностью при значительной силе удара в местах, близко расположенных к кости. Это надбровная и скуловая область, нижнеглазничный край, область подбородка и носа. Раны имеют неровные края, кожа вокруг нее гиперемирована и покрыта точечными кровоизлияниями, имеются кровоподтеки, а также, возможно, зона краевого некроза. Наблюдается обильное кровотечение, часто происходит ее загрязнение, умеренно выражено зияние раны из-за растягивания краев мимических мышц. При ударе в область щеки, верхние и нижние губы в результате повреждения зубами могут образовываться раны на слизистой оболочке. Таким образом, раны инфицируются микрофлорой ротовой полости. Истекающая через рану слюна раздражает кожу. При ушибленных ранах выраженность и продолжительность болевых ощущений значительно резче, чем, например, при резанных ранах. Ушибленные раны лица чаще сопровождаются переломами костей лицевого скелета. Это при ударе тупыми предметом и, возможно, при падении. Рваные раны возникают под влиянием перерастяжения тканей. Характеризуются неправильной формой краев, отслойкой или отрывом тканей, значительной зоной их повреждения. Раны образуются при ударах неровными предметами, могут при падении, при производственных или спортивных травмах и других случаях. Чаще встречаются ушибленные рваные раны, которые характеризуются неровными краями, неправильной формой. На краях видны мелкие обрывки тканей, наличием кровоизлияний вокруг ран и по их краям. Разрывы тканей могут проникать на большую глубину, которая бывает неравномерной на всем протяжении раны.
И часто эти раны сквозные, проникающие и болезненные. В процессе их заживления наблюдается краевой некроз тканей. Рваные раны в стоматологической практике наблюдаются при ранении бором, щипцами для удаления зубов и другим мелким инструментарием. Резанная рана. Она наносится острым предметом. Характеризуется линейной или веретенообразной формой, ровными параллельными краями и почти полным отсутствием первично-травматического некроза. В резанных ранах может преобладать длина над глубиной. Непосредственно после травмы раны обычно сильно кровоточат. Влияние микробного загрязнения незначительное. Резанные раны, даже если они не проходят через глубокие слои мягких тканей челюстно-лицевой области, довольно сильно зияют. Вот как мы видим, вот травма носа. Это происходит из-за ранения мимических мышц, которые сильно сокращаются и расширяют рану. Создается ложное представление о наличии дефекта тканей. На коже лица имеется большое число мелких мышечных волокон, которые своими окончаниями вплетаются в толщу кожи, и при их сокращении, при ранении, возникает некоторое подвертывание краев раны вовнутрь. Для более точного их прилегания необходимо отсепарировать края раны. В стоматологической практике встречаются резанные раны при ранении языка, губы, щеки, сепарационным диском. Микробное загрязнение этих повреждений большое. Колотая рана. Рана, нанесенная острым предметом с небольшими поперечными размерами. Характеризуется узким и длинным раневым каналом. Всегда имеется входное отверстие и раневой канал. Если ранение проникающее, то рана имеет и выходное отверстие. Расхождение краев раны незначительное. Возможно образование гематом и карманов, которые не соответствуют величине наружной раны. В результате повреждения крупных сосудов наружной сонной артерии или ее ветви может развиться значительное кровотечение. А при проникновении колотой раны в ротоглотку или трахеи возможно возникновение аспирационной асфиксии. Колотые раны напоминают резанные, но в отличие от последних они имеют небольшие поперечные размеры и проникают на большую глубину. Наблюдаются при ударах бытовыми колющими предметами – это нож, шило, отвертка, а в стоматологической практике – это элеватор. При ранении мягких тканей стоматологическим элеватором микробное загрязнение раны значительно выражено. Колотые раны неба часто нами наблюдались у детей в возрасте до 4 лет при ранении карандашом или другими острыми предметами. При колотых ранах возможно внедрение инородного тела, что наблюдается также и при огнестрельных ранах. Рубленная рана. Рана от удара тяжелым острым предметом. Имеет щелевидную форму,
Характеризуются большой глубиной, в отличие от резанных ран, имеют более обширные повреждения мягких тканей и краев раны. Чаще всего эти повреждения сопровождаются переломами костей лицевого скелета и могут быть проникающими в полости. Это полость рта, носа, глазницы, черепа, проникновение в верхнечелюстную пазуху. Переломы костей обычно оскольчатые, микробное загрязнение выраженное, нередко сопровождается нагноением ран, развитием посттравматического гайморита и другими воспалительными осложнениями. Поэтому при проведении первичной хирургической обработки раны следует удалить все костные осколки и провести тщательную антисептическую обработку. На первый план выступают посттравматические осложнения, поэтому лечение больных необходимо направить на борьбу с ними. Укушенные раны. В настоящий момент достаточно часто очень встречаются. Рана, нанесенная зубами животного или человека, характеризуется инфицированностью, неровными и раздавленными краями. Чаще наблюдается в области носа, уха, губ, щек, брови. Особенность повреждений при укусах человека – это инфицирование за счет микрофлоры полости рта, а также присоединение вторичной инфекции или загрязнение раны. При сжатии зубов возможна травматическая ампутация тканей. Если человека укусило животное, то рана всегда загрязнена патогенной микрофлорой. Возможно заражение бешенством, особенно при укусах диких животных. Поэтому этим пострадавшим необходимо проведение курса антирабических прививок. Раны от укусов животных характеризуются обширностью повреждения и нередко травматической ампутацией тканей. Края раны раздавлены, в последующем часто некротизируются, заживление медленное из-за инфицированности повреждения. Очень часто при укусах животным, особенно собак, бывает, что человек, лишается всех выступающих частей, допустим, носа или губ. Разможженные и скальпированные раны. Разможженная рана, при нанесении которой произошло раздавливание и разрыв тканей, это при взрывах, характеризуется обширной зоной первичного травматического некроза, частым повреждением костей лицевого скелета. Раны обычно проникающие, не проникают в полость рта или носа, глазницу, верхнечелюстную пазуху. Нередко повреждаются глубоко расположенные ткани и органы, слюнные железы, глазное яблоко, гортань, трахея, язык, зубы и крупные сосуды и нервы. Возникает обильное кровотечение и, возможно, асфиксия. Скальпированная рана – это рана с полным или почти полным отделением обширного лоскута кожи. Встречаются в основном на выступающих участках лицевого скелета. Это нос, лоб, скуловая область, подбородок. Характеризуются микробной инфицированностью
и внедрением инородных частиц. Это песок, уголь. Заживление происходит под кровяной коркой, которая образуется на раневой поверхности. Особенности клинической картины ран мягких тканей в зависимости от их локализации. При повреждении слизистой оболочки полости рта сразу же обращает на себя внимание то, что имеется несоответствие величины раны на коже больших размеров и слизистой оболочки меньших размеров. Это возникает из-за того, что слизистая оболочка очень подвижная и эластичная, поэтому она растягивается и края ее сближаются, а размеры раны быстро уменьшаются. При повреждении тканей при ротовой области слизистая оболочка травмируется острыми краями зубов или поломавшимися с пластмассами зубными протезами. Это чаще всего наблюдается в области губ и щек. Раны обильно кровоточат и всегда инфицированы. При дефектах слизистой оболочки внутренней и наружной поверхности альвеолярного отростка тела челюсти, а также твердого неба, сблизить ее не удается, так как она плотно спаяна с надкостницей. Ранение слизистой оболочки в ретромолярной области или зева, а также дна полости рта, вызывает обильное кровотечение и быстрое развитие отека, соответствующей клинической симптоматикой. Боли при глотании, открывании рта при движении языком. Возможно развитие инфекционного осложнения, то есть флегмон, аэробных и анаэробных. Благодаря подвижности мягких тканей эти раны довольно легко можно сшить. Врач-стоматолог может нанести глубокую рану в области мягких тканей дна полости рта, языка и щеки, как бором во время лечения зубов, так и сепарационным диском при подготовке зубов к протезированию. При ранении сепарационным диском тканей подъязычной области можно повредить язычную артерию или вену, что будет сопровождаться обильным кровотечением. Если остановить кровотечение путем перевязки поврежденного сосуда в ране или вокруг нее не представляет возможным, то прибегать нужно к перевязке сосуда на протяжении. Это язычные артерии в треугольнике Пирогова или наружной сонной артерии. Раны всегда инфицированы, поэтому при ранении языка быстро развивается отек. Он может привести к асфиксии. Возможно ранение выводного протока поднижнечелюстной железы, также паренхимы подъязычной железы и язычного нерва. Ранение языка может наблюдаться при падении человека. Во время падения он прикусывает язык зубами. Это может быть во время эпилептического припадка и может быть при различных травмах рыболовным крючком или любыми другими предметами. Данные раны имеют зияющий или рваный вид, резко болезненные. Это как при движении языком, при разговоре, при приеме пищи, ну, так и в покое. Уже через 10-12 часов раны покрываются налетом фибрина,
сальный, белесоватый. Изо рта появляется неприятный запах из-за плохого очищения слизистой оболочки рта. И при повреждении верхних и нижней губы отмечается зияние краев раны. Отсутствие геометрического смыкания губ в результате повреждения круговой мышцы. При повреждении периферических ветвей лицевого нерва движение губы нарушается, и чаще раны бывают проникающими и загрязняются содержимыми полости рта. Это может быть и слюна, и пища. Ранение мягких тканей под нижней челюстной области может сопровождаться обильным кровотечением, так как здесь находятся крупные сосуды, это лицевая артерия и вена. Возможно повреждение поднижнечелюстной железы, а также краевой веточки лицевого нерва. При ранении мягких тканей шеи может повреждаться сонная артерия, как наружная, так и общая, а в некоторых случаях гортань и трахея. Ушибленные раны периорбитальной области могут нарушать движение век, а травмы век нередко приводят к рубцовым их выворотам или образованию эпикантуса – вертикальной кожной складки, прикрывающей медиальный угол глаз щели. При травматических повреждениях околоушно-жевательной области возможно ранение щечных веточек лицевого нерва, а при глубоких ранах паренхимы околоушной железы или ее протока. Характерный клинический симптом, указывающий на ранение слюной железы, из раны выделяется слюна или повязка обильно промокает слюной, количество которой увеличивается при приеме слюногонной пищи. Заживление раны нередко заканчивается формированием слюнных свищей, для устранения которых необходимо консервативное или хирургическое лечение. При ранениях мягких тканей скуловой области, особенно глубоких, может возникнуть так называемый скуловой синдром. Это понижение чувствительности кожи на соответствующей щеке в зоне иннервации скулолицевой и скуловисочной веточек второй ветви тройничного нерва, параличи глазных и отдельных мимических мышц. Патогенез раневого процесса. Принято различать две фазы или стадии раневого процесса. Это сосудистая и клеточная. Обязательным компонентом раневого процесса является инфильтрация тканей нейтрофильными лейкоцитами, моноцитами и лимфоцитами, что обеспечивается иммиграцией клеток через стенку сосудов. Факторами, которые способствуют повышению проницаемости сосудистой стенки, являются медиаторы воспаления. Важную роль на протяжении всего раневого процесса играют макрофаги. Это фагоцитирующие клетки, которые, кроме микробов, удаляют и большую часть некротизированных клеток. Макрофаги способны секретировать факторы, усиливающие пролиферацию фибробластов и синтез коллагена. Фибробласты перемещаются к раневой поверхности вместе с ростом сосудов. Не выходя за пределы здоровой ткани, отграничивают лейкоцитарный вал. Между фибробластами образуются тонкие цитоплазматические тяжи, которые соединяют одну клетку с другой. Формируется фибробластический синцитий.
новообразованные сосуды врастают в фибробластические слои одновременно с их образованием. И так образуется грануляционная ткань, молодая соединительная ткань, которая постепенно заполняет весь раневой дефект. Хирургическая обработка раны. Это хирургическая операция, которая направлена на создание благоприятных условий для заживления раны, на предупреждение или борьбу с раневой инфекцией. Включает удаление из раны нежизнеспособных и загрязненных тканей, окончательную остановку кровотечения, иссечение некротизированных краев и другие мероприятия. Первичная хирургическая обработка раны. Первая по счету обработка раны у данного больного. Вторичная хирургическая обработка, она проводится по вторичным показаниям, то есть по поводу последующих изменений, обусловленных развитием инфекции. Далее, ранняя хирургическая обработка раны, она проводится в первые 24 часа после ранения. Первично отсроченная хирургическая обработка раны – это хирургическая обработка, проводимая на вторые сутки после ранения, то есть через 24-48 часов. И также поздняя хирургическая обработка проводит через 48 часов и более. Особенности хирургической обработки ран челюстно-лицевой области. Должна быть проведена в полном объеме в наиболее ранние сроки. Края раны иссекать, освежать нельзя, а следует удалять лишь нежизнеспособные некротизированные ткани. Также проникающие в полость рта раны и необходимо изолировать от ротовой полости с помощью наложения глухих швов на слизистую оболочку с последующим послойным ее ушиванием. Это мышцы, кожа. При ранении губ следует вначале сопоставить и сшить красную кайму, это линию Купидона, а затем уже зашивать рану. Инородные тела, находящиеся в ране, подлежат обязательному удалению. Исключением являются только инородные тела, которые находятся в труднодоступных местах, это крылонебная ямка, так как поиск их связан с дополнительной травмой. При ранении век или красной каймы губ во избежание в дальнейшем натяжения по линии швов, в некоторых случаях кожу и слизистую оболочку необходимо мобилизовать, чтобы предотвратить ретракцию или сокращение тканей. Иногда требуется провести перемещение встречных треугольных лоскутов. При ранении паренхимы слюнных желез необходимо сшить капсулу железы, а затем все последующие слои. При повреждении протока необходимо сшить проток сам или создать ложный проток. Далее особенностью хирургической обработки это раны зашивают глухими швами. Дренируют раны только при их инфицировании, это при поздней хирургической обработке. В случае выраженного отека и широкого расхождения краев раны
Для предупреждения прорезывания швов применять P-образные швы. При наличии больших сквозных дефектов мягких тканей в области щек, во избежании рубцовой контрактуры челюстей, хирургическую обработку заканчивают сшиванием кожи со слизистой оболочки полости рта, что создает благоприятные условия для последующего пластического закрытия дефекта, а также предотвращает образование грубых рубцов и деформации близлежащих тканей. Послеоперационное введение ран чаще осуществляется открытым методом, то есть без наложения повязок на вторые и последующие дни лечения. С целью предупреждения расхождения линий швов не следует стремиться к раннему их снятию. Мягкие ткани челюстно-лицевой области, в отличие от других локализаций, обладают некоторыми характерными особенностями. Это обильное кровоснабжение, хорошая иннервация, высокие регенераторные способности, выраженный местный иммунитет тканей. Вокруг естественных отверстий лица в тканях имеются клетки, которые уже частично подготовлены к заживлению. Раны слизистой оболочки полости рта омываются слюной, а в ней содержится лизоцим, который способствует регенерации. Также микрофлора полости рта, носа, верхнечелюстных пазух может способствовать инфицированию ран. Хирургическая обработка ран проводится после гигиенической обработки кожи вокруг раны различными антисептическими средствами. Если это волосяная часть, то волосы вокруг раны при необходимости выбривают. Рану вновь обрабатывают антисептическими препаратами для удаления инородных тел и загрязнений. Делают местную анестезию и гемостаз. Иссекают нежизнеспособные ткани. Рану ушивают послойно путем наложения первичного глухого шва. Линию швов обрабатывают растворами йода или бриллиантовой зелени. Накладывают антисептическую повязку. Первую повязку делают на следующие сутки после операции. Рану желательно лечить без повязки открытым способом. Только при инфицировании ран или наличии гематом следует накладывать повязки или обычную, или давящую. При развитии воспалительного процесса в ране гнойники вскрывают и дренируют, назначают медикаментозное лечение, заживление посттравматических ран может происходить как и первичным, так и вторичным натяжением. Заживление первичным натяжением – это когда заживление раны путем соединения ее стенок с свертком фибрина с образованием на поверхности струпа, под которым происходит быстрое замещение фибрина грануляционной тканью, эпителизация и образование узкого линейного рубца.
А вторичные натяжения – это заживление раны путем постепенного заполнения раневой полости, содержащей гной, грануляционной тканью с последующей эпителизацией и образованием рубца. На практических занятиях мы с вами будем более подробно изучать все способы первичной хирургической обработки и методы обработки ран. Спасибо за внимание. Наша лекция окончена. До свидания.